существует ли другое измерение. Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сидрот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественно. У младшего сына моего гостя трагедия. Нет активности мозга и нет надежды. У него не было шансов. Мой гость был верующим, но слегка отпавшим. Ему казалось, что у него нет права прийти к Богу. Однако ему явился Иисус. Пришло Божие присутствие. Он поехал в больницу, и там произошло великое чудо. Когда он говорит об этом чуде, то же самое присутствие приходит и к другим людям. Вы начинаете пропитываться им. Приготовьтесь. Начнем с того, что, когда он был мальчиком, бабушка взяла его на собрание. Евангелист возложил на него руки, и он пророчествовал в его жизнь. А что он говорил? Он говорил, что я буду участником пробуждения последнего времени и увижу великие события, когда буду молиться за людей. Я рос, и это привело к снам. Я видел их постоянно. О чем были ваши сны? Мои сны всегда были одинаковыми. Меня окружали огромные толпы людей и целые стадионы. Они стремились ко мне за исцелением, освобождением и спасением. И Бог сразу же их касался. Они восстанавливались, исцелялись. Я просыпался в слезах, и моя бабушка говорила, «Это не сейчас. Помни, что пророчество о последнем времени. Последнее время скоро. Уже сейчас, да». Хорошо. Ваш 6-летний сын Джастин внезапно заболевает бактериальным менингитом, активности мозга нет. Я спросил у своего врача, если у 6-летнего мальчика возникает бактериальный менингит и нет активности мозга, то каковы шансы выжить? И знаете, что сказал мне врач? Конечно же, это будет тяжело слышать вам, как отцу. Он сказал, никаких. Если случится чудо, он выживет, но с такой болезнью мозг работать не будет. Что было с вашим сыном? Расскажите. В тот день Джастин был в школе, у него началась лихорадка. Его отвели к врачу, затем привезли домой, а ночью, в канун Хэллоуина, он упал с постели. Я услышал удар о пол, поднял Джастина и повез в больницу. Ситуация была фатальной. Он не мог видеть, ходить, говорить и слышать. У него были конвульсии. В итоге он оказался в отделении интенсивной терапии. Врачи созвали величайшие умы мира, и те заявили, что бактериальный менингит отключил мозговые волны, и все, кто вступал с сыном в контакт, должны пройти обследование, включая меня и мою жену. Это было заразно? Очень заразно. Люди умирали. Врачи говорили, что шансов ноль. Так прошло множество дней. Я сидел в больнице, где все врачи уже опустили руки и говорили, мы не можем ничего сделать. Мы отключим его от аппарата вентиляции легких. Мозговых волн нет, движения нет, изменений за столько дней нет. Моя жена сидела в комнате за стеклом, и я сказал ей, «Я еду домой. Я должен побыть один». Я поехал домой и, сидя в своей спальне, просто заплакал и спрашивал, «Боже, почему?» Вы плакали не один, вы говорили, что плакал весь персонал. Плакали все. Он был таким милым 6-летним мальчиком. Мы все
плакали, не переставая. Я в слезах спрашивал: «Бог, почему ты это допустил? Зачем ты это допустил?» И тут я услышал в моем духе: «Я не делал этого. Твоего ребенка атаковал враг, и тебе нужно наладить со мной отношения». И как только я начал рыдать в покаянии, комнату как будто озарили 10 миллиардов лампочек, и передо мной появился Иисус. Прямо передо мной. Раньше я думал, что если Иисус появится, с ним можно запросто заговорить, но ты не можешь пошевелиться. Настолько сильна его сила. Я смотрел во все глаза, а его слава настигала меня, и свет был таким ярким, что слепил глаза. Я пытался увидеть его и понять, что он собирается сделать. Я не мог пошевелиться. Он сказал: «Иди в церковь». А потом я увидел, как из его глаз струится любовь. Потом он исчез. Он был со мной всего минуту, 60 сверхъестественных секунд. Он направил меня. Как вы думаете, что я сделал? Я подскочил, запрыгнул в машину и поехал в церковь, которую оставил год назад. До нее был час езды, но знаете что? Повернув за угол, я увидел маленькую церковь. На пороге стоял человек и пытался запереть дверь. Она не закрывалась, его пальто развивалось на ветру. Я подъехал и спросил: «Можно зайти в вашу церковь?» Он спросил: «А кто вы?» Я ответил: «Мой сын критически болен. Он на грани смерти. Надежды нет». Мужчина ответил: «Я уже ушел бы, но дверь не закрывается. Заходите». Я зашел, склонился на колени и покаялся перед Богом. Господь заговорил со мной и сказал: «Джастин исцелен. В больнице его назовут чудо-мальчиком, а ты будешь молиться за больных». Я встал. Бог сказал мне: «Иди, тебе нужно идти и пророчествовать, расскажи людям об этом». Минутку, персонал плачет, мозговых волн нет, а он должен пойти в больницу и сказать: «Мой сын — чудо-мальчик, он встанет и выйдет отсюда». Да, мы сейчас узнаем, что было дальше. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я попала в аварию на школьном автобусе, после которой стал очень болеть низ спины. Мой врач сказал, что если не делать операцию, я останусь в инвалидном кресле. Мой муж увидел вашу программу и вместе с вашим гостем помолился в согласии, чтобы моя спина была исцелена. В то время, когда он молился, я ходила с дочерью за покупками и ощутила тепло. Когда я пришла домой, мой муж рассказал мне о программе и о том, что он молился. Я ответила: «Я чувствую, что я исцелена. С того дня у меня не болела спина. Я живой пример чуда. Я могу свободно двигаться, крутиться и даже касаться пальцев ног. Спасибо вам большое за ваше служение». Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Лучшие сверхъестественные ресурсы. Лучшие цены. Уже сейчас. Это сверхъестественно. Летняя суперраспродажа. Присоединяйтесь к веселью на нашем сайте. Это сверхъестественно. Итак, его сын умирает, активности мозга нет, надежды нет, весь персонал скорбит. Он слышит от Бога, что нужно пойти в больницу и сказать: «Мой сын будет жить, он будет чудо-ребенком». Он возвращается в больницу. Знаете, о чем подумал персонал? Дать успокоительного? Они посчитали, что Кит Мишуга сумасшедший. И расскажите, что произошло. Я вышел из церкви, зная, что делать. Теперь все зависело от меня. Мне являлся Господь. Я бежал в больницу, и персонал подумал, что я расстроен, но я был расстроен по другому поводу. Я мог рассказать всему миру, что Иисус — целитель и творец чудес. Я провел с Иисусом всего минуту. Время с Богом заняло 60 сверхъестественных секунд. После этой минуты я последовал инструкциям
и сказал все персоналу. Они в ответ: «Успокойтесь, расслабьтесь. Может, вам дать успокоительного? Вы столько пережили». Моя жена была рядом, я повернулся и сказал ей: «Он будет нашим чудо-мальчиком». Она держала его за руку, перемен не было, но она сказала: «Знаешь что? Пока тебя не было, Бог говорил со мной и сказал, что у тебя будет с ним встреча». Так и было, Сид. Мы позвали всех врачей. Подробно я рассказал им, что случилось и как мне явился Господь. Наш сын станет известен как чудо-мальчик. Они сказали: «Мы очень на это надеемся. Это будет потрясающе. Однако сейчас ситуация одна из худших». Но знаете что? На следующий день ему стало лучше? Нет, хуже. Еще хуже. О, Боже! После моего громкого заявления за ночь все стало хуже. У сына начались конвульсии, и положение ухудшалось. На следующий день приехали новые врачи, их была уже целая команда, вышел главный врач и сказал мне: «Сожалею, но ваш сын на грани смерти». Я услышал, как затем врач пошел к сыну и уронил там свою папку, потому что когда он подошел к нему, мой сын просто сидел на постели прямо. Что они об этом подумали? Они не могли поверить. Но пришлось. Да, они не могли поверить. Он сидит, а они ничего для этого не сделали. Я сказал: «Это все сделал Бог». Должен спросить, спустя многие годы, если сегодня признаки повреждения мозга или трудности со здоровьем, расскажите о своем сыне. Я расскажу вкратце. Ему не пришлось проходить реабилитацию, и это уже хорошо. В течение дня с момента, как он встал, его выписали из больницы. Выписали, Сид. Врачи сказали: «Перед выпиской мы хотим проверить его IQ, поскольку мозг уже был почти мертв, причем довольно долгое время, им хотелось проверить его мозг. После теста выяснилось, что у него мозг гения. Когда Бог исцеляет, Он действительно исцеляет. Одна минута с Богом. Сегодня у него много степеней. И как его здоровье?» У него несколько обычных степеней, две крупные степени. Он работает на крупный университет, временами он там преподает, и у него отличное здоровье. Недавно он прошел полное обследование, скоро ему исполнится 41 год, а это чудо случилось 35 лет назад. Сейчас у него не повышен холестерин, нет высокого давления. Врачи не находят ничего плохого, абсолютно, даже гриппа никакого нет, даже кариеса в зубах нет. Боже мой, спрошу из любопытства, как повели себя люди в больнице, когда ваш сын встал? Какова была их реакция? Когда он встал, пришла слава, та же самая слава, которая пришла ко мне во время встречи с Богом. Я был так шокирован, что едва мог поднять глаза, но когда на вас приходит слава, она превращает вас в другого человека. То присутствие, которое было в церкви и дома, где я встретился с Иисусом, пришло и в ту комнату, и стало очень плотным. Возле входа собралось около сотни людей, персонал, друзья, семья, проповедники. Присутствие было таким сильным, что они не могли стоять. Люди каялись прямо на месте. Пока сын был в палате, слава оставалась там. Когда его выписывали, врачи говорили: «Мы хотим обнять и расцеловать его, потому что не хотим забыть, что Бог — творец чудес». Вы слышали? Персонал признал, что Бог — это творец чудес. Бог рассказал Киту, как люди могут провести одну минуту с Богом в славе, и только угадайте, что произойдет тогда. Все возможно с Богом. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В моей левой ноге начали чувствоваться спазмы, были сильные боли в ноге. Иногда я мучилась от боли всю ночь, а на утро боль становилась совершенно нестерпимой. Казалось, мне уже ничего не поможет. Я включила вашу программу, в гостях был Крейг Хилл. Я помолилась вместе с ним молитвой покаяния против проклятий и за то, что судила моих родителей. И боль сразу же исчезла. Спасибо, Господь. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD.
Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн, сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, iPad или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. ISN — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. У меня в пояснице не было диска, и когда я смотрел программу, Сид сказал, «Бог исцеляет чью-то спину». Я мгновенно понял, что я исцелен. Я даже стал выше на 2 сантиметра. Спасибо, Иисус. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт sidrot.org. Это сверхъестественно. Присутствие, сошедшее на Кита, привело к тому, что его сын встал с постели. Где бы он ни говорил об этом, происходит то же самое. Пока мы разговаривали с вами во время перерыва, вы сказали, что у вас было видение. Пожалуйста, расскажите, о чем оно. Пока мы с вами здесь разговаривали, я увидел, как появилось слово «простата», а затем увидел мужчин по всему миру, которые страдают от проблем с простатой. Господь собирается исцелить их. Вскоре вы почувствуете тепло. Я говорю людям, которые получают исцеление в моем служении, пойти и показаться врачу, потому что результат сохранится для врача. Знаете, прежде всего вам нужно пойти и узнать, что с вами не так. Затем мы помолимся за вас. Когда Бог что-то делает, Он делает это хорошо. Сейчас я вижу мужчин, которым не заснуть ночью. Они ворочаются в своей кровати и не находят покоя. У них всевозможные трудности в этой сфере. И я говорю всем вам по всему миру, что Бог уберет дух, мучивший вас проблемами с простатой. Когда вы пойдете к врачу, вы обретете абсолютно безупречное здоровье, потому что, как я уже сказал, Бог все делает идеально. Я слышу, как люди с проблемными зубами, они шатаются или есть кариес, вы исцелены. Любая проблема с вашей спиной тоже уходит. Что насчет рака? Многих ли вы видели исцеленными от рака? Расскажите. Я видел много людей, исцеленных от рака. Недавно к нам на собрание пришла женщина с 4-й стадией рака. Она вообще не могла есть. Она была похожа на шпалу. Меня поразило, что она подошла и сказала, «Кто-то сказал мне, что вы молитесь за людей, и у них отпадают опухоли и тому подобное, и исцеляется рак». Я сказал, «Да, такое бывает. Вы были у врача?» Она ответила, «Да, диагноз 4-я стадия рака легких». Мы помолились за нее на собрании, и я сказал, «Придите несколько раз», поскольку не был уверен, что она сразу все поймет. Она сделала все точно, как я сказал. Я говорил, «Вы проведете свою минуту с Богом». Она приходила на несколько служений. Однажды вечером она воскликнула, «Получилось, что-то вышло из меня, как будто что-то вокруг меня было и сошло на меня». Она побывала у врача и пришла на вечернее служение вместе со своей дочерью из Нью-Йорка. Это моя дочь. Каков ваш прогноз? Я ходила к врачу. Нет и следа рака. Расскажите историю о слепом человеке, пожалуйста.
Я видел многих, многих исцеленных от слепоты. Недавно к нам в церковь пришла женщина с палочкой. На ней были темные очки. Меня попросили помолиться за нее, что я и сделал. А потом спросила, за что нужно молиться. Она просила молиться за все, кроме слепоты. Она приходила снова и снова. Однажды вечером я сказал, сегодня слепые люди обретают исцеление. Женщина сидела там же. И я не подходил, чтобы возложить на нее руки. Мне не пришлось этого делать. У меня есть слово. Я сказал, слепые люди исцеляются. Внезапно я увидел, что она снимает свои темные очки. Я вижу. Я вижу. Минута с Богом. Откуда она приходит? Конечно, все началось с моего сына Джастина и той минуты, которую подарил мне Бог. Я как-то об этом не думал, но не так давно пришел домой с собрания, очень усталый, так как молился за большое количество людей. Я откинулся в своем кресле и заснул. Внезапно я пробудился и увидел изображение секундомера, стрелка которого пошла от нуля к 60 секундам. Господь сказал мне, мой народ может иметь то, что было с тобой той ночью. Я спросил, а что это было? Он ответил, одна минута с Богом, которая может изменить жизнь навсегда. Я хочу, чтобы ты начал учить и говорить об этом. Я начал об этом рассказывать, и это начало осуществляться. Я смотрел на людей и говорил, ваша боль уйдет через минуту. Они уходили, говорили об этом своим родным, и внезапно исцелялись. Начали получать отовсюду сообщения, что одна минута с Богом меняет жизнь навсегда. Люди ходили к врачам, их диагнозы менялись. Раньше что-то было не так, а теперь этого нет. Научите нас, как мы можем провести одну минуту с Богом в Его присутствии. Как это могут сделать зрители? Знаете, Сид, что меня будоражило. Даже отойдя от Бога, я понимал, что Он не оставил меня. Думаю, Бог подарит минуту любому. Думаю, да. Он пришел ко мне, когда я отошел от Него, и явился мне. Я просто плакал. Господи, помоги нам. Мы не знаем, что еще сделать. «Помоги нам, Господь». Я знал, что был неправ, но я пришел к отцу, как блудный сын, и сказал, «Отец, помоги нам». И знаете что? Бог подарил мне эту минуту, когда мне явился Иисус, и это изменило мою жизнь навсегда. Я обнаружил один секрет о Боге. Если вы спокойно проведете с Ним время, послушаете, почитаете Слово, поразмышляете, приблизитесь к Нему и послушаете какое-нибудь помазанное учение, придет вера. Она приходит от слышания, слышание от Слова Божьего. Вы почувствуете то присутствие, которое сошло на меня. Оно и сейчас со мною. И с вами, Сид. Да, оно здесь. Я верю, что сейчас вам нужно помолиться за передачу помазания. Давайте. Да, конечно. Одна минута с Богом. Вы помолитесь? Хочу сказать всем, кто нас смотрит, вы голодные, вы жаждете. Знаете, что сделает враг? Он скажет, что вы не подходите для того, чтобы получить эту минуту с Богом. Но враг — отец всякой лжи. И я хочу сказать вам, что на этой встрече я кое-чему научился от Бога. Помните, когда Голиаф держал Израиль в плену 40 дней и 40 ночей, а это прототип врага? Давид пришел и сказал, «Сегодня Бог предаст тебя в мои руки». Бог спросил у меня, «Ты заметил кое-что в этой истории?» Давид не дал ему больше шанса ничего сказать. Последнее слово было за ним. Хочу сегодня сказать последнее слово. Некоторых из вас ждут величайшие чудеса. Величайший прорыв, величайший поворот в финансах, которого вы не видели в жизни. Я начинаю передачу и высвобождаю помазание прямо сейчас. Протяните ко мне руки. Я высвобождаю силу Бога и то присутствие, которое сошло на меня. Оно разобьет всякое ярмо, все цепи и даст вам одну минуту с Богом. Она может прийти сегодня вечером или через неделю, или через месяц, но вы получите эту минуту с Богом и не отрицайте этого. Вы услышите голос, который скажет, «Ты ничего не получишь». Скажите свое последнее слово, «Бог даст мне эту минуту во имя Иисуса». Это вечная жизнь, и вы можете познать ее с Иисусом. Вы сделали первый шаг. Вы произнесли молитву, чтобы ваши грехи были прощены, чтобы Иисус жил в вас и был вашим Господом. Теперь время практических знаний. Если вы жаждете праведности, вот Божье обетование для вас. Вы насытитесь, точно насытитесь.
если алчите и жаждете праведности во имя Иисуса Христа. Да. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Седрот нашел ключ к достижению еврейского народа Божьей любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Кому из нас снились сны, которые нам не понять? Мои гости изучили язык небес и учат людей познавать, что означают их сны, даже самые непонятные. А вы хотите изучить этот сверхъестественный язык? Если да, то приготовьтесь! Ваши пожертвования этому служению помогут СИДу транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.